Перед началом данного видеоролика я бы хотел порекомендовать вам действительно годный канал под названием Стрелок. У него очень крутые видосы по Блокстрайку, так что подписывайтесь на него, ссылка в описании. Приятного просмотра! Не впадайте в шок, с вами Гербушок. Всем привет, ребята, добро пожаловать. Вы на моем канале, это очередной видос по БСке. В этом видосе это не просто будет видос, а супер челлендж. Сегодня я буду выживать с нубским автоматом, так можно сказать, с UMP-45. Вон уже зомбарь бежит. Вот он, мой UMP-45. Красавчик, правда? Ребята, я заболел, так что дикция у меня будет не очень во время этого челленджа. Музон я, наверное, накладывать не буду, хотя могу наложить. Ну, ребята, в конце видеоролика вы можете оценить это видео лайком или дизлайком, как вам понравится этот видос или нет. Можете прямо сейчас оценить, желательно лайком, я буду очень рад. Сейчас мы пойдем на другую нычку. Надеюсь, мои подписчики послушаются. Меня тут просто уже узнают начинать мои подписчики, некоторые. Так что я зашел просто на рандомный сервер. Вот, ну, как-то так. И да, ребята, этот видос проголосовало большинство моих подписчиков. Опрос проводился в моей группе в ВК. Если хотите узнать, что это за группа, то ссылку на эту мою группу я оставлю в описании. Так что подписывайтесь на эту группу канала. Скоро я создам мой второй канал. Будет называться этот канал «Антиреклама». Там будут разные приколы по разной рекламе. Там Орбит, Пепси, ну, короче, антиреклама. Я буду издеваться над местными рекламодателями. Так что не пропустите. Когда выйдет канал, я вам обязательно расскажу. Так что дерзайте. Вообще с UMP-45 выживать очень сложно, очень геморройно. Первую попытку я уже завалил. У меня было всего 3 попытки. На первую попытку я завалил, на вторую попытку, когда я начинал съемку, меня просто выбросило с сервера. Потом я зашел заново. Ну и вот эта третья попытка уже идет. Что-то так лагает, надеюсь не свалиться. Не знаю, у вас видно, что у меня лагает? Не знаю даже. Короче, сейчас я играю в шкуре нуба. В шкуре нуба очень интересно играть, смешно. Несмотря на то, что я профессионал 40-го левела. Ну, многие уже большего левела добились просто. Я редко играю в Блокстрайк. Я не спешу там с уровнями. Ой-ой, ребята, у меня уже начала садиться зарядка, так что, надеюсь, мне 15% хватит. О, вот они под платформой. Сейчас я попытаюсь этого завалить. Нет, он не фкашит, к сожалению. Давайте стреляем. Блин, почему не я? Я же там нацеленно стрелял. Печалька. Ладно, погнали вот в эту нычку. Нам выжить осталось совсем чуть-чуть. Так что, ребята, посмотрим, сможем ли мы выжить еще на протяжении 1,5 минуты. Дело в том, что UMP-45 у меня не прокачанная, так что я очень сомневаюсь, что даже... А хотя один зомбарь, все, ребят, мы по-любому выживем. Что-то во время этой катки зомбари все просто повыходили с сервера. И все же, ребята, я на 100% уверен, что мы затащим этот раунд. Вот прямо 100%. Мне кажется, этот зомби сейчас будет там фкашить все время. Да, ребята, ну все, мы выжили. Ох, блин, зомбарь несется. Блин, давайте, давайте будем отстреливаться. Если мы не сможем сейчас отстреляться, во, все. Есть еще один килл. 45 секунд осталось. Мы тут вдвоем, мне кажется. Все, чувак этот ушел. Блин, он ушел, так что я один остался выживать. Вот если зомби может сделать один заход, сможет, то тогда я не выживу. Во, все, пиарится этот зомби. Ну, все, это явно намек на то, что он не будет больше пытаться нас убить. Ну, вот, разве что попытался слабенького убить. А хотя нет, не, все же он не убьет меня.
Вон спрятался, гад. Ребят, ну все, мы выиграли этот челлендж, вывели его. Так что, ребята, давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравился данный видос. С вами был я, Гербушок ТВ. Если вы хотите больше челленджей, больше видосов на моем канале, то с вас лайк. Ну, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Love is here.